Доброе молочное утро! Сегодня хочу предложить вашему вниманию замечательный рецепт вкусного и быстрого десерта. Он предназначен специально для тех, кто привык следить за своей фигурой. Лишнего веса с таким блюдом не наберешь, а вот витаминов и полезных микроэлементов в сырных колокольчиках действительно много. Понадобится твердый сыр Гауда вот в такой нарезке. Это, кстати, очень удобно. Берем пластинку сыра, сворачиваем в такой вот кулечек колокольчик, закалываем шпажкой, и получается прекрасная альтернатива бутербродам из хлеба. Сыр здесь выступает как основа. Вообще-то с сыром по содержанию белка и кальция не сравнится ни один молочный продукт, к тому же он легко усваивается организмом. Готовим начинку. Измельчаем на мелкой терке морковь, добавляем чеснок, теперь сметана и мягкий нежный творог. И перемешиваем. Сметана с мягким творогом дополняет морковь не только по вкусу. Кисломолочные продукты помогают усваиваться каротину, который содержится в моркови. Так что с таким завтраком вы запасетесь витамином А на целую неделю. Осталось самое приятное – наполнить начинкой сырные колокольчики. Выкладываем на блюдо и украшаем по своему вкусу. Зеленью, орехами, кусочком оливки, любимым соусом. Колокольчики исключительно полезны и низкокалорийны. Для моего завтрака я использовала мягкий творог нежный, сметану и сыр Гауда от компании «Савушкин продукт». Ведь «Савушкин» всегда свежего молока. Приятного аппетита и начинайте свой день с молочного завтрака.